Запись и слайды загружу. Наверное, не знаю, кто видел, слайды не видел. Да, этот слайд с вопросами, в принципе, у нас из недели в неделю одно и то же. Ну, практически вопросы, в принципе, те же. На прошлой неделе тут немножко подредактировали, изменили, пообщались более в другом русле, да, мы. Вот, сегодня все-таки решил эти же вопросы поставить. Ну, будем считать. Вопросы стандартные, поэтому, чтобы как-то каждый себя контролировал по этим вопросам, сколько он сделал, сколько он не сделал, что нужно сделать, да. Ну и многие новички, по крайней мере, посмотрят, мы расскажем. Что еще хотел, хочется, конечно, провести сегодняшнюю планерку в таком направлении, скажем, в обычной беседе, да, вот есть этот шаблон, эти вопросы, ну сейчас будем рассказывать, да. Надеюсь, все хотят побеседовать, все ответы нам дадут, со всеми познакомимся, вот. Но более, кто-то, у кого-то есть другие вопросы, можно задавать, да, чтобы в форме диалога побеседовали. Есть вопросы, давайте ответим на них. У кого-то больные вопросы есть. Вот. Ну, тогда представлюсь, да, ну, не представился, меня зовут Якимов Михаил. Пришел я в нашу компанию, да, в сетевой маркетинг работать вслед за своей женой Якимовой Татьяной. Вот, она у меня работает где-то около полтора года, наверное. Да, по-моему, где-то так. Вот, пришла. Кто слышал, кто не слышал, да, новички, наверное, кто-то сегодня первый раз на планерке. Вот. Пришла она, будучи в декрете, я работал в МВД, уже много рассказывал об этом. Вот, конечно, я это воспринял как чепуха, и это самое мягкое слово, наверное, что я об этом говорил. Да, и ничего здесь не получится. Вот. Тем не менее, Таня у меня сидела, шла на пролом, да, когда я ложился спать с ребенком, мы с Алиской мы ложились спать, она сидела, там рекрутировала, что-то беседовала, что-то смотрела, какие-то видео за границу, какие-то острова. Мне было, конечно, непонятно, для чего вообще все это, да, нужно заниматься, ну, тем, что принесет действительно деньги, да. Ну, я работал на госслужбе, я считал, что я могу там заработать, наверное, заслужиться. Вот. Переломным моментом, да, я немножко отступлюсь от этих вопросов, сейчас расскажу. Переломным моментом была зарплата ее, когда она получила, начиная, наверное, с февраля, там, что-то 50 тысяч, потом 93, ну, тут вместе с премией была, да, директорской, $1000, 93, 87, 60, насколько вот помню, 20, ну, вот все так. То есть прыгал, размах такой большой. Да, 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 да. Она прям как танк шла. Т-90 на пролом. Не слушала никого. Я ложусь спать, она садится и, да, печатает, беседует, кому-то звонит. Вот. А, так, пришел я за ней, да. Ну и время шло, работала, работала Таня у меня. Вышла на 22%. Директор, да, получили деньги. Миша поверил, все, и пошел за ней. После того, как я деньги получил, как мы съездили к банкомату, когда она обналичила эти деньги, вот до этого момента, наверное, я не верил. Мы открыли, да, мы съездили, открыли. Вот. Денежки увидел, все изменилось. Вот я сказал, все, я верю, верую в Oriflame, давай, что нужно делать. Я потихоньку так стал внедряться. Она мне давала иногда задание, там, давай разнести объявление на гружок, просто объявление. Так просто не ждет. Ну, вот я занимался. Вот. Она на 22%, да, повторюсь, откуда вы пришли? То есть, ну, вот меня жена пригласила. Цель у нас, немножко я отступил, да, ну, ладно, перепрыгнул. Цель у нас на настоящий год, на 2016, на золотого директора выйти, то есть, чтобы под нами было два директора. Мы очень надеемся и стараемся, сейчас в усиленном темпе работаем, да. Вот, надеемся, вы наши бриллианты, да, все вместе мы победим, конечно, все будет нормально. Посмотришь, скажем, тех людей, которые сейчас уже получают такие большие зарплаты, да, это Родионовы, Санниковы и Гармины. И сразу столько мотивации, да, ну, очень много мотивации. Посмотришь и работать хочется, потому что бывает со временем, да, работаешь, работаешь, тут не идет к тебе, человек говорит, это не мое, тот спрашивает, а, это Oriflame, нет, это не мое, или говорит, сетевой маркетинг не предлагать, да, и так немножко умение такое наступает. Но такие моменты,
мы смотрим. Да, и вам советую. Очень много можно поучиться. Санникова очень много рассказывает о рекрутировании, много видео разных, как беседы происходят, да, как она рассказывает про компанию, которая сейчас заработает такие. Вот. Ну, много всего, в общем, все знаете, в чате можно, если что, эту информацию найти. Вот. Сколько вы хотите зарабатывать? Ну, на данный момент 1070 мне было достаточно бы, если я и моя жена, да, 150, в общем, да, пока было бы нормально. А там будет. Привет, Алис. Здоровайся со всеми. Так, вот это будущее. Дай-ка я побеседую, иди к маме. Иди к маме. Иди, я сейчас приду скоро. Вот. Ваша цель на этот год. Золотые директора. Да? Сказал, где рекрутируете? Мы рекрутируем, я рекрутирую, за себя скажу. На город ЗОП. ЗОП. У меня отклики в основном оттуда. Да? В основном холодный рынок, Таня тоже об этом много говорила, конечно, тоже и друзьям рассказываем. Многие подключаются, сейчас идут. Но основная масса все равно холодный рынок. Горджоп, одноклассники, в одноклассниках, правда, у меня в последнее время меня выбрасывают. Такой. У меня два аккаунта, я с них потихонечку так объявления накидаю на другого. И периодически проходят объявления, периодически меня выкидывают туда, там, вводишь пароль, стол, правда, не банят, все нормально. Вот. Ну, оттуда очень тоже хорошо, мне нравится одноклассник. Не успеваешь объявление раскидать, да, как уже отклики идут. То есть можно быстро так все это удовлетворить. Вот. Горджопа тоже, и строй это тоже не очень давно, я стал на нем работать. Раскидаю тоже, откликов тоже достаточно много. Ну и знаете, честно говоря, лето был такой, да, сезон отдыха. Все отдыхали, да, основная масса здесь. Сейчас у нас наступает осень, рабочая пора, все отдыхают, все нужно. То есть много людей сейчас вообще отвлекаются. Очень приятно, что у нас становится больше. Очень приятно. Вот. Так, а сколько их было за последнюю неделю? За последнюю неделю... Так. Ну, знаете, было не очень много. Было, наверное, 4 человека, я посчитал. 4 или 5 человек. Вот. Нужно стремиться, конечно, чтобы хотя бы по одному, как минимум, в день, два, самое оптимальное, да, два приходят, потому что кто-то все равно уходит, кто-то говорит, там, это не мое, или я другую работу нашел. Это нужно по максимуму работать, время есть свободное. Раскидали, побеседовали с человеком, объяснили, да, что, как работал, да, проходит, как люди зарабатывают. Вот так. Так, какой вебинар нравится? Ну, часто тоже об этом говорил. Я часто смотрю Санникову, честно говоря, последнее время. Очень много интересного всего посмотреть. Подчеркнуть можно для себя, так что вам тоже советую. Мне нравится еще Полежаев в основу. Сегодня, я периодически скидываю, потому что все равно люди приходят, да, чат идет, много информации. Там искать где-то тоже не очень хочется. Вот там презентация бизнеса Томилов и... Владимир Полежаев нашел сегодня в электронном виде, там не так много, сегодня скину в чате, так что это посмотрите, кто не смотрел, мне очень нравится. Вот. Что нового ввел в свою работу? Что нового? Все, в принципе, уже настолько известно, да, столько методов, честно говоря, по классике как-то работает, по классике жанра. Вот. Раскидываем объявления, общаемся с человеком, ну да, и со своими друзьями, конечно, общаемся. Вот. Ну, личный бренд. Да. То есть выкладываем, стараемся, скажем, страница ВКонтакте одна выпала сейчас. Есть некие проблемы, надо хорошо с ней поработать. В Одноклассниках тоже выкладываем фотки разного плана, да, интересные фотографии, чтобы жизнь была ярко. Интересно, чтобы народ шел даже, вот друзья, чтобы посмотрели, а ты чем занимаешься? Сами шли с вопросом, а ты чем, что у тебя там заработали? Да? Да, без проблем. Вот. Ваше ЛТО за неделю. Так, в этом каталоге у нас 163 бонус-балла. Какой продукт нравится? Тоже S8 туалетная вода, много всего. S8 заказал тут себе Happy Diziac, вот такая водичка. Кстати, мужьям советую я вам, вашим мужьям, да? Наверное, Маша с девчонки. Так, девчонки, мне очень нравится, честно говоря. Правда, немножко с цитрусовым чем-то таким отдает. Ну, тоже такая интересная водичка. Вот. Много чего. Вот. Так, что еще? Чего не хватает для роста?
Для роста мне лично не хватает четкий план, который нужно ежедневно выполнять. Я каждый день пишу, конечно, план, да, встал, план написал, или с вечера лучше на следующий день написал, что там распределил свой день в плане работы, в плане других дел, да, каких-то там семейных. Понятно, что у всех дети, да, у всех какие-то заботы, плохо. Раскидал примерно по времени, и потом на следующий день наступил, смотришь уже, что-то выполнено, не выполнено. Так это не успеваешь, значит, нужно вот здесь где-то, да, у меня. Вот. Меня слышно? Рассказываю, может быть, меня не слышно. Тишина. Вот, хорошо. Так, ну, я, в принципе, все, да, рассказал. Вопросы будут задавать, и давайте подключаю следующего тогда, да? Наверное, по списку пойдем? Я слышу. Так, по списку, да? Назаренко Евгения. Попробуем. По-моему, сидит с телефона, не знаю, получится. Телефон не получится, да, с телефона, я так понимаю? Или попробуем? Я, честно говоря, с телефона ни разу не пробовал вот этот. Давайте я вас подключу, а там попробуем. Пройдет, не пройдет, и будем знать. Очень можно. Посмотрим. Всем привет. Неожиданно так меня подключили. Меня слышно? Слышно меня, пожалуйста, напишите. Как меня слышно? Тихо, но я сделаю погромче. Кто меня не знает, зовут меня Бакумова Анна, старший менеджер. Пригласила меня Якимова Татьяна, да, пришла я с Авито, ну, то есть все, я думаю, что уже практически все это знают. Глобальная цель в компании, не знаю, давайте я скажу цель этого года, да, до конца года я хочу открыть квалификацию сапфирового директора, то есть это мне нужно вырастить. 4 22% группы. К чему мы и идем. Хочу зарабатывать, то есть, ну, это где-то к концу года 70-100 тысяч, ну, в зависимости там от товарооборота, естественно. Да, меня не будет видно, Оксан, потому что, то есть, я зашла по приглашению в вебинарную комнату. Рекрутирую я Одноклассники, город Джоб, теплый рынок, где еще рекрутирую, личный бренд, ну, рекрутирую везде, да, стараюсь рекрутировать везде, где есть люди. Регистрацию у меня, по-моему, 3 за последнюю вот неделю, ну, вот начиная
какого-то, с понедельника, с воскресенья три регистрации. Одна из них это теплый рынок, и две холодный рынок. Сейчас, ребят, секунду. Сейчас я перезвоню через минуту, ладно? А, простите. Так, регистрация, да, из одноклассников. Все равно, Сереж, у тебя очень большие планы, я думаю, что рассказать есть что. Регистрация из одноклассников, теплый рынок, горджоп. Также, да, какой вебинар мне понравился? Это был вебинар Сергея Гаглоева, да, это лидер, бриллиантовый директор из параллельной структуры, очень классный, позитивный мужчина, да, всем советую посмотреть. Что нового ввела в свою работу? Ввела обзвоны теплого рынка своих новичков, да. Мой ЛТО за эту неделю не делала я заказ, то есть у меня уже личный товарооборот 200 баллов, там 218, поэтому на этой неделе я заказ не делала. Продукт мне понравился, да, вот Юлька у меня вчера спрашивала, что за тени. Тени просто, я не знаю, мои любимые, просто волшебные, я влюбилась в эти тени для девочек, да, сейчас рассказываю. Тени будут в следующем каталоге на какой там, сейчас скажу, на какой странице, на 19 странице называются они, ну, стойкие тени карандаш. Просто, я не знаю, у меня такого никогда в жизни не было. Я просто ими восхищаюсь. Ну и также, конечно, наша новая губная лаковая помада. Вот, это для девочек, да. А для мальчиков понравилась очень туалетная вода мужская. Муж у меня тоже просто в восторге от нее. Она будет тоже в следующем каталоге. Giordani Gold Man. Очень классный аромат. Также тоже советую. Чего не хватает для роста? Ну, как всегда, да, четкого плана работы и времени. А так, в принципе, информации полно. У меня на этом все. Если есть вопросы, задавайте. И давайте слушать следующего. Здравствуйте. Меня слышно? Слышно, да? Слышно? Отлично. Меня зовут Терновой Сергей Дмитриевич. Мой процентный уровень 0, потому что я новичок, понятное дело. Меня пригласили Андрей и Екатерина Доппельштейн. Узнал я в объявлениях на досках на сайте GoodJob. Вот. Но моя цель в компании глобальная. Глобальную цель пока я даже не могу себе представить, но цель вот на ближайший год хотя бы открыть директора. Вот. Рекрутирую я ВКонтакте, на досках, и все, пожалуй, все. Так, сколько их было за последнюю неделю регистрации? Пока только одна. Какой вебинар понравился? Да по сути все нравятся. О каждом узнаю что-то новое, поэтому... Все нравится. Что нового ввели в свою работу? Да пока ничего. С первого дня, как начал рекрутировать на досках и ВКонтакте, так и рекрутирую.
Ваш ЛТО за последнюю неделю. Я пока не сделал заказ, поэтому тоже ноль. Какой продукт понравился? Опять же нет. Я ничего не заказал. Чего мне не хватает для роста? Для роста не хватает... чего? Побольше аккаунтов ВКонтакте, и чтобы их не банили каждые два дня. Пожалуй, все. Ну, все. Здравствуйте, ребят, скажите, как меня слышно, потому что я издалека сижу, далеко от... Все хорошо. Ну, Миша-то всегда хорошо слышно, всем остальным слышно? Спасибо. В общем, зовут меня Белик Юлия, мой процентный уровень такой же, как у Сергея. Кто пригласил? Пригласила меня Анна Абакумова. Где же я нашла? Я нашла на Авито, по-моему, объявление. Глобальная цель. Сколько хотите зарабатывать? Ну, это понятно, что чем больше, тем лучше, но минимум соточка мне нужна. Глобальная цель, ну, я говорила уже про бриллиантов. Пока бриллианты, потом пойдем выше. На исполнительного директора. Ваша цель на этот год, цель моя, ну, естественно, директор. Где рекрутируете? Рекрутируем везде, даже во сне. Одноклассники, Инстаграм, Горджоп, еще что-то было, сейчас не помню. Везде пробую. Так, откуда регистрация? Регистрация у меня из Горджоба больше всего. Сколько за последнюю неделю? Две пока. Так, вебинар какой понравился. Вот сегодня я посмотрела вебинар для новичков. Очень понравился. Я даже удивилась. Вебинар был со стороны и с позиции мужчины, то есть взгляд мужчины на бизнес. И он с позиции человека, у которого был свой бизнес, все структурированно объяснил. Мне очень понравилось. Так, что ввели в свою работу? Что я делала в свою работу за последнее время, буквально что я сделала. А за последнее время ничего не делала. В принципе, все по шаблону. Все делаем по шаблону. Ну, кроме, кстати, Телеграма. Ну, я думаю, это все сделали за последнее время. Так, ЛТО за эту неделю. За эту неделю пока ничего я не заказывала. Продукт понравился. Не знаю, это, наверное, даже не продукт. Мне приятно удивило. Зубная щетка, честно скажу, первый раз заказала. Очень понравилось, очень удобно и выглядит вроде как маленькая поверхность, ну, которая чистящая, нормально, все классно делает. И еще мне что пришло? Мне пришли часы. Я заказала часы, ну, это на распродаже или как там называлось, надо было заказать в прошлом каталоге на 50 и в этом со скидкой. Вот мне пришли часы, очень понравились. Так, чего не хватает для роста? Для роста не хватает сил, уверенности и времени. Наверное, это все. Все остальное, руки шевелятся, ноги тоже. В принципе, у меня все. Спасибо, ребят, что слушали. Всего доброго. Ага, все видно, да? Юль, большое спасибо тебе. Не только Юле, всем большое спасибо, конечно, друзья, что пришли, да, что мы побеседовали, познакомились с вами. Вот многих я, вот, по крайней мере, не видел, а теперь мы будем знакомы. Ребята, если вопросы какие-то есть, тоже задавайте, в чате пишите. Либо я, либо Таня, да, будем рады, конечно. Будем рады ответить. Да, не испугайтесь. Вот. Все у нас получится. Главное идти к своей цели, да, смотреть. Система-то работает. Я вас могу в этом уверить. Есть здесь деньги. А в МВД денег нет.
Вот. Деньги здесь есть, тем более деньги человек сам здесь зарабатывает. Не то, что компания тебе платит, да, из своего кармана. Ты сам здесь создал товарооборот. Компания тебе заплатила, грубо говоря, да, по маркетинг-плану, ну, грубо говоря, 10%. Вот. Остальное остается у компании, да, на все мероприятия, на все, на премии. То есть компания всегда в плюсе. Поэтому нужно самое главное. Таня пришла. Идти, да, и все у нас получится у всех. Ноги, руки есть, а времени немножко нужно затрачивать на это, да. Ну как немножко? Конечно, время нужно уделять, да, но тем не менее, пришел с работы, да, сел, раскидал объявление, ответил на отклики, посмотрел, что творится в чате, с людьми пообщался. Вот. Поэтому ничего сложного. Самое главное, есть перспектива здесь, большая перспектива. Причем за небольшой промежуток времени. Люди на директоров, вот недавно была девушка, я не помню, честно говоря, Васильева. Ну, вышел он директор за три месяца. Ну, за счет теплого рынка. Пригласила девчонок свою, да, с банка, она работала там. Ну да. Да про любую госструктуру. Хотим выдыхать. Да. Вот. Привела девчонок. Создали товарооборот, друзей пригласили, вышли на директор, все получают хороший доход. Вот. Вот такая ситуация. Ладно, ребят, всем спасибо большое, да? Увидимся. До новых встреч тогда. Всем пока-пока. Я отключаюсь.